утюжка брюк. Брюки у нас утюжатся с двух сторон. Сначала утюжатся от талии вниз, настолько, насколько можно надеть вот эти вот брючинки на нашу гладильную доску. В этой ткани достаточно синтетики, поэтому утюжить ее не так уж легко, но тем не менее. Обязательно утюжим те участки, которые у нас как бы не задействованы в работе, то есть нет выточек, а мы все равно, видите, вот утюжим. Утюжим. Здесь у нас такой вариант был у Юли, что ткани было маловато, и поэтому сзади сделали вот какую-то такую кокетку. Ну и что? Кокетка и кокетка, все замечательно. Вот она уже ее все приутюжила. Своя рука владыка, что хочу, то и делаю. Мы обязательно утюжим вот эту часть. Потом примерочка нам показала, что нам хочется убрать вот здесь немножечко. Уберем. И вот эту часть, помните, мы ее всегда оттягивали. Еще больше делаем вот этой вот оттяжки, для того, чтобы она не пропала. И даем нашей ткани остыть. Прямо остыть даем, чтобы она, синтетика здесь есть, запомнила вот эту форму. Оттягиваем. Ух, елки-палки. Так, дайте мне мел быстренько. Вот мел. А вот он мел. Сейчас, пока я тут помню. Вот так вот у нас была ниточка, да? Угу. Увлеклись. Значит, ниточку поставить надо будет еще разочек нам. Ну, хорошо, мы там больше утюжить не будем. Потом вот так вот нацепили наши брюченьки. И утюжим. Где у нас, Юля, застежка будет? Впереди. Впереди. Ага. Вытягиваем вот этот шовчик. Видите, пальчиком вот так вот вытянула я влево, да? То есть шовчики мы вытягиваем. А вот серединку брюк мы будем наоборот как бы стягивать. А это вы хотели прошить посерединке стрелочку, нет? Нет. Нет, не вы, да? Стрелочка стоит. Обычно я вот эти стрелочки не ставлю. Они небольшую роль нам не играют. Потом я вот так раскладываю на краешек гладильной доски вот этот шовчик. Видите, как положила? Чтобы не замялась вот эта часть, она свисает, и вот эта часть. И начинаю утюжить. Смотрите, вот так вот раз и вытянула. Вытянула, вытянула. Все время тянем эти шовчики. Прям иногда я прикалываю булавочками. Вот сейчас мне тоже хочется приколоть это булавочкой. Потому что вот так вот зафиксировала с этой стороны. Левой рукой подтянула. И вытягиваю вот этот вот шовчик. И опять же не торопимся и даем остыть. И даем остыть вот этому всему. Вот, остыла, 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 форму свою немножечко запомнила. Переходим вот сюда, на следующий шовчик. Опять, смотрите, прикалываем булавочками внизу. Так вот, булавка непутевая, мнется вся. Ну ладно. И тянем вверх. Если так с брюками не обращаться, ничего хорошего не будет. Брючки будут в заломчиках, в складочках всяких. Некрасивых. Наши ножки не будут украшать. Нам надо, чтобы они украшали. Поэтому мы делаем вот так. Ну, вроде бы выдерживает, а так надо крепенькую, конечно, булавочку ставить. Вот и хорошо. Ага. Вот и хорошо. Потому что ткани с синтетикой, они обязательно будут давать усадку во время утюжки. Если выброси вверх. Если это не компенсировать, эту усадку, видите, вот я держу, жду, когда остынет. То все будет стянуто, и все будет провисать, и будет очень-очень некрасиво. Но и это еще не все. Вот сейчас я жду, когда у меня остынет вот этот кусочек, и теперь поворачиваю уже вот так. Смотрите. И мы вот эту часть будем сутюживать. Эту мы вытягивали, а серединку мы будем сутюживать. Сутюжили с этой стороны, припосадили немножко. И сутюживаем, припосаживаем наоборот вот с этой стороны. Сделаем остановочку. Часть вторая будет.